Уважаемые, горячо любимые подписчики канала проекта Станислава Требушевского, то бишь меня. Для начала хочу выразить вам благодарность, что вы интересуетесь наукой и развиваете свой мозг, и реализуете тем самым свое звание Homo sapiens, а даже более того, Homo sapiens sapiens, и поддерживаете нашу видоспецифическую особенность. Это прекрасно. А чтобы поддерживать это еще лучше, нужно движение, и движение в лучшую сторону. Наука не стоит на месте, она не может стоять на месте. Если она станет на месте, то это будет уже догма, а не наука. А для этого нужны какие-то научные новости, а для этого нужно освещение научных новостей. А для этого нужно, чтобы целая команда людей этим методично и старательно занималась. Поэтому, кроме того, что огромная благодарность тем, кто уже смотрит и кто уже подписан, обращение можете подписаться на спецканал, который будет именно что освещать прям-таки новости-новости. Но для этого нужна поддержка канала, потому что это занимает довольно много времени. Для этого надо в нерабочее время поехать черти куда, с кем-то там договориться, поставить камеру, повесить петличку, занять кучу ресурсов. И люди хотят при этом кушать, что характерно. Вот, поэтому организуется с нынешнего момента спецканал, но с подписочкой, где будут на более-менее регулярной основе, насколько позволит время и возможности, ну и насколько будут вообще продвижения в науке, что тоже, в общем, зависит от каких-то звезд, будут освещаться эти самые новости. Ну а в те моменты, когда будет не хватать остро новостей, такие события тоже бывают, мы будем освещать старости, потому что на самом деле в недрах антропологии уже лежат огромные залежи всяких удивительностей, которые мало кому почему-то известны, и которые можно выкапывать, ими жонглировать и удивляться. И все по-новому и по-новому развивать свои мозги. И еще становиться все более и более сапиенсами. Поэтому поддерживайте канал, подписывайтесь на то, что уже есть, подписывайтесь на свежесоздаваемый канал с новостями, поддерживайте науку. Люди – существа общественные, социальные и очень любят социальное одобрение. Поэтому одобрите же наши труды. Поставьте лайки. Ну, а если вы злобный упырь, поставьте, конечно же, дизлайк. А также пишите комментарии. Тогда видео будет немножечко продвигаться, и тогда намного больше людей узнает всю правду о нас, человеках.